Наверное, определяющий фактор в таком футболе точно, потому что первый там мы где-то недонастроились и пустили необязательные голы. Потом уже героически бежали,
и давили на соперника. Может, они где-то психологически потели, может, тоже поверили в победу свою, как и мы после первого гола. Забили гол на первых минутах и расслабились, что сыграло с нами с душой. Так, такие победы самые приятные? Ой, такие победы самые эмоциональные. Вот как после таких побед приходишь домой и понимаешь, что вина ты живешь. Но лучше так не играть, лучше спокойно. Меньше седых волос. Да, да, да. Желаю меньше седых волос с победой. Спасибо.